Всем привет, мои дорогие! Будем с вами распаковывать коробочки. Мне пришло 17 коробок продукции. Очень много, что у меня заказали по купону мои друзья, знакомые и так далее. И, конечно же, я подумала, что да, надо начать, надо сделать все-таки этот обзорище огромный. Но что я сделала? Я заказала очень много БАДов. По 10, по 15 штук, потому что увожу БАДы родителям. Родители у меня уже старенькие, 75-76 лет. Свекровь помоложе на 10 лет, но я все равно заказываю по многу, им раздаю потом. Также у меня ребенок сидит на омеге. Мы все пьем омегу. Первым делом, с чего мы с вами начнем, это квенши. Это для меня новинка, потому что, когда я заказывала до этого, мне пришло два одинаковых. Но я решила их не возвращать, потому что они мне понравились. Вот этот квенши фиолетовый меня прям поразил. Он мне очень нравится. Есть какой-то вот для тех, кто давно в компании, поясню, что есть какая-то вот, какой-то тон, какая-то вот невесомое совпадение с Аленой Ахмадулиной. Этот парфюм, я просто вот, честно вам скажу, я от него в шоке. До чего он хорош, до чего он классный. Так, артикул 3341. Он идет, по-моему, 50 миллилитров. У него очень клевый распылитель. Я не могу описать его аромат. Очень красивый флакончик. Я не могу на данный момент описать его аромат. Я могу сказать, что он мой. Это сложный, сладкий, классный такой, но... А сладость тут в меру. Муж у меня говорит, что непонятно, мужской он или женский. Я прям балдею от этого аромата. Он мне очень понравился. Я прям не могу. Это мое. Это еще одна моя очередная новинка. Пишите под этим видео, если хотите. Я сниму свои самые любимые парфюмерки. Вот это сейчас. Я прям поливаюсь ею уже третий день, как она мне пришла. Я просто кайфую с нее. Это шикарно. Это наишикарнейшая вода. Очень сложная, очень классная. Но лично для меня она понятная. Вот действительно, квеншип, королева. Далее, пихтовита. Я ее особо так вот не пила, что вот там месяц целый пить, но у меня пьет Викуська, потому что у нее очень много занятий. Вот сегодня, например, она сходила в школу, потом после школы на ролики, после роликов она идет к логопеду. Также у нее есть ЛФК, УФК, бассейн, где она плавает и все такое прочее. И, конечно же, быть в тонусе, быть в энергии и не болеть, это пихтовита или живица. Живицу мы ей даем, и пихтовиту мы ей тоже даем. А также даем D3 и даем омегу. Но омегу мы ей даем омега-3 форте взрослую. Почему? Потому что в детской есть крахмал, а особенным деткам, оказывается, не всем крахмал можно, вот нашей Вике крахмал нельзя. И тут состав наичистейший, это водный экстракт хвои пихты сибирской, концентрат безалкогольного напитка на основе пихты сибирской. 10 капель нужно развести в 100-200 мл жидкости и принимать внутрь 1-2 раза в день за 10-20 минут до еды. Мы ее как раз таки принимаем до еды с утра. И нам она очень нравится. Вот смотрите, какой у нее прям насыщенный цвет, такой прям обалденный. И на вкус она очень даже приятная. Она не сильная, она не жгучая там какая-то, еще что-то. Ну, обычный такой нормальный вкус. Ну, такой среднестатистический город. Я тоже начну принимать эту пихтовиту. А пока на данный момент я пропиваю другие препараты. Тоже от компании Faberlic. Это Инжелакс и Бузину. Я решила пропить Инжелакс и Бузину. Что он делает? Он укрепляет иммунитет. Это эффективная защита от свободных радикалов. Это повышение физической и умственной работоспособности. Это натуральный источник железа. Здорово, да? 10 капель. И ребенок в день у меня пьет. Нам 9 лет, мы уже можем по 10 капель принимать. Далее, любимый чай моего мужа, я его беру по 10 штук. По купонам я его, конечно, очень много взяла. Он был выгоден, и я его взяла. Артикул 157.15. Что он делает? Это чай, по идее, для похудения, но он безумно вкусный. Он классный, и тут много чего есть в составе прикольного. Экстракт черного чая, экстракт плодов шиповника, сок апельсина, чай матча. Обычная матча у нас тоже есть в компании Faberlic, но она не до такой степени вкусная. У нас такой горчинка идет, и муж у меня ее, допустим, не любит. А тут он прям... полюбил. Это природный такой энерджайзер-похудетель. Это я так прикалываюсь. 157.15. Это обычный порошок, который что-то типа чайного напитка. 14 порций муж каждый день пьет. Далее, как вы видите, я продублировала все БАДы. Почему? Ой, пихтовиту, да, накапала нечаянно. Да, продублировала все БАДы. Сейчас я их пью. И вам могу сказать, что я вижу эффект. Я вижу, что я начала как будто быть более бодрой. Как будто бы вот их мне не хватало. Пробиотик и пребиотик
антибиотики я пью во время еды, антистресс я пью на ночь, иммуномодулятор Форте я пью за полчаса до еды. Дочке даю половинку, так как тут в составе идет, смотрите, все из капала, так как тут в составе идет гуарана, куркума. Куркума — это вообще мощный, очень хороший природный антибиотик, который, в принципе, все воспаления, все начинает убивать. Вот я пропила уже целую упаковку. И могу сказать, что мне очень понравился эффект. Принимать их тут нужно по 2 штучки в день. Я сейчас перейду уже на одну. Это мне прописал мой врач. Врач сказала, наичистейшие составы, клевые, классные. Комплекс антипаразит пить можно долго, если вы не соблюдаете диету. По идее, когда мы пьем с вами антипаразит, вот это вот Либеравер, добавочка, я вам скажу честно, он идет от любого вида патогена и микрофлоры. Что я сейчас имею в виду? Это не только какие виды гельминты, но это еще и от микроорганизмов, всяких таких вот, например, ну там, не знаю, лямблей, например. Это идет от плесени и это идет от грибков различного характера. И по идее, ой, слушайте, я опять забываю говорить артикулы. Артикул 156.97 вот у Либераверма, вот с него нужно начинать все БАДы. Мой врач сказала так, с него надо начинать все БАДы, потому что если есть патогенная микрофлора, все мультивитамины, минералы и так далее пойдут на кормежку этой патогенной микрофлоры. А чтобы нам патогенную микрофлору не кормить, нам нужно ее, ну, грубо говоря, для начала уничтожить. Так вот, почему я пью его долго? Потому что я не соблюдаю строгую диету при чистке организма. Мой врач сказала, мало пропить 2 баночки, если вы едите хлеб, если вы едите мясо, если вы едите сладкое, и если вы едите что-то дрожжевое. Угу. Если мы все это будем кушать, а еще молочка. Молочка, она тоже питает патогенную микрофлору. Вообще человеку молочка — это лишнее. Это, ну, где-то, не знаю, до 3 лет, допустим, полезно, потом уже все. И получается, если мы вот это все едим, а я вот очень люблю творог, например, я вообще прямо все это дело обожаю. Я, конечно, больше рыбная, чем мясная, поэтому, конечно, тут мне повезло. А вот муж у меня мясной. Он любит очень сильно вот мясо, вот это все. И понятно, что чиститься нужно, ну, 3 месяца. Потому что она говорит, ты, если ничего не соблюдаешь, и ты подкармливаешь патогенную микрофлору сладким, молочкой, дрожжами, то как ты хочешь быстро избавиться от проблем. Поэтому я сейчас это дело буду очень долго пропивать, и вместе с мужем мы это будем пропивать. Пьем по 2 штуки за полчаса до еды в перемешку вот с этим иммуномодулятором Форте. Их можно принимать вместе, и это очень полезно вместе пить. А пробиотики и пребиотики мы принимаем уже во время еды. После еды мы пьем цинк. Так, цинк 157,89. Тут получается витамин С, небольшая дозировка, то есть передозировки не будет. И цинка 25. Поэтому нужно обязательно принимать по 2 штучки в день. Их мы пьем после еды вместе с омегой и D3. D3 мы принимаем 2000 международных единиц, тоже взрослый. Поэтому вот это вот К2-D3, там оказывается небольшая дозировка и стоит он дорого. А мы будем именно сейчас переходить на 2000 единиц. Вот такая вот история. Поэтому антипаразита я взяла много. Ну и гастрокомфорт я его принимаю уже после еды. Их все вместе можно сочетать, не надо пить сначала 1 БАД, потом начинать 2 БАД. Если вы вот это пьете, это уже все очень-очень будет хорошо у вас. Артикул 156.87. Но у меня сейчас вот этот врач, она тестирует вовсю вот эти БАДы и скоро выйдет к нам с вами с обучением. Она очень уважает сетевые компании, потому что так же, как и я, а, кстати, вот дочке она еще прописала, так же, как и я, она убеждена, что в сетевом продукция лучше, потому что если бы она была плохой, ее бы не покупали, и компания бы просто разорилась, ушла бы с рынка. Артикул 157.61 – это кальций К2. Я его тоже буду пропивать. Сейчас у меня его пропивает дочка. Такой вот вид с К2, чтобы лучше усваивалось. Это капсулки. Мы их разрываем, высыпаем в шприц из-под нурофена, разбавляем водичкой и даем Вике. Она так просто их, ну, не будет порошочком пить на ложечку. Поэтому приходится изощряться. 157.61 артикул. Классная штука. Пусть ребенок растет. Она у меня и так на этих на БАДах растет, как не знаю кто. Вся в папу пошла. Бывают у нас моменты, что мы подкашливаем, поэтому постоянно беру наши чаи. Они очень действенные. Антистресс мы в Кузьке на ночь.
если она где-то перенервничала, обязательно на ночь ей завариваем антистресс. Чай артикул 156-67. Очень классный, вкусный, прикольный чай. Я его пью с превеликим удовольствием. Тут в составе, как вы видите, очень классный состав. Ромашка, иван-чай, шиповник, фенхель, лаванда, мелисса, пустырник, валерьяна. Отлично работает, но понятно, ребенку один пакетик, не два. Там написано 1-2 фильтр пакетика. Так вот один, и сильно мы не завариваем. Мы не даем так, что прям совсем настаивалось. Далее, это у нас иммунити. Чай, это мы начинаем сразу пить, если вдруг почувствовали, что заболели. Эхинацея пурпурная, чабрец, земляника, ромашка, шалфей, календула, зверобой, иван-чай и березовые почки. Тоже отличный состав. Артикул 157-70, 20 фильтр пакетиков. У нас очень сильные чаи, очень классные чаи, с очень шикарным, суперским чистым составом. Мне очень нравится. Так, иммунити, две штучки. Так, бронха. Артикул 156-69. Бронха, ну, чтоб ребенок мало ли где-то кашляет, еще что-то, или мы где-то заподкашливали. Очень хорошо пить. Трава мать и мачехи, чабрец, цветы ромашки, трава шалфея, шиповник и солодка. Очень тоже классный состав. Мне очень нравится, что тут зип-замочек. Если вы что-то открыли, к примеру, то зип-замочек дает возможность по-хорошему закрыть. Да, видите, вот он. Такие вот они обычные. Вот такие вот обычные. Вы завариваете, очень приятный аромат. Прямо отсюда уже идет, я чувствую аромат от травки. И потом на зип-пакетик обратно закрываете, что очень удобно. Аромат чая тоже не выветривается. Ну вот я лично очень люблю травяные чаи, поэтому только так. Далее, коралловый кальций. Его я взяла, ну раз купоны, его я взяла прям 20 штук. Потому что нам одной штучки на 3 дня. Нам приезжают 19-литровые бутыли от водовоза чистой воды. И все, в принципе, мы с превеликим удовольствием все 12 порций высыпаем туда, и все до единого готовят и пьют хорошую воду на коралловом кальций. То есть это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Артикул 157-30. И смотрите, вот эти пакетики, которые там внутри, 12 штучек, не надо рвать, их надо вместе с пакетиком кидать, а то будет потом пить неудобно. Я читала в комментариях, что девушка разорвала пакетик и была недовольна. Так вот, читать надо инструкцию внимательнее, дорогие мои, чтобы такого не было у вас. Далее, коктейль «Малинка». Заказала нечаянно, но муж сказал выпить с превеликим удовольствием. Я малинку не люблю, а ему как раз таки нравится. Артикул 156-50. Ой, набрала я много. Буду худеть. 15 порций идет в одной упаковке. Это уже ванилька. Любимый коктейль мужа. 156-50 артикул. Пьем мы их прямо на воде. Очень нравится. На псилиуме мы печем выпечку. Тоже очень хорошая штука. Артикул 157-64. Очень хорошо, полезно вместо дрожжей использовать псилиум. Жалко, что дрожжей у нас не стало. Поздно я поняла, какой-то хороший продукт. Оказывается, мудрость она же приходит в 35-40-45, когда человек начинает понимать, что ага, организм засран, пора бы его начать восстанавливать. Но детей-то мы уже с молоду бережем. Я Катюшку, если она там выходит с нами там ужинать, кушать, еще что-то, говорю, Катя, пей, пей. Она, ой, да мам, отстань. Далее, универсальный биорегулятор живой ткани на основе сингнальных пептидов. Он стоит около 4000 рублей. Вот такая вот упаковочка. Что он делает? Восстановление саморегуляции, усиление регенерации, омоложение кожи, природные технологии, помощь при проблемах с костями и суставами, глубокое проникновение, гармонизация регуляторных функций соединительной ткани, поддержка иммунной системы, дружественность микрофлоре и геропротекторное действие. Что могу про него сказать? Я его уже попробовала. Видите, тут немножко грязно. Вот он такой приходит. Вот такой вот классный гель. И я его хочу еще мамочке увести. Вот я его еще только-только начала тестировать, но я уже, честно вам скажу, я уже довольна им. Почему? Потому что прыщики проходят быстро. Намазала, у меня вроде как начало нос закладывать. Чувствую, начинается насморк. И я вместо малофтелина намазала нос внутри, сколько могу, и снаружи. И могу вам сказать, что я удивилась. Я удивилась, то с утра я проснулась, мне ничего. То же самое я проделала с ребенком. Мне очень-очень понравился эффект, результат. Где-то она что-то все-таки подцепляет, или в школе, или на занятиях. Какой бы ни был иммунитет, вирус, он и в Африке вирус. Поэтому, конечно, я вам могу сказать, что им можно и раны мазать,
больные коленки мазать. То есть им можно мазать все, наносить все. И про него создано вообще огромное количество вебинаров. И они до такой степени интересные, захватывающие. Люди лечат все, им все. Даже гайморит и геморрой. Вот все прямо лечит, понимаете? Это такая крутая штука. Ну, я прям в шоке. Скоро мне еще придут вот эти все БАДы, сигнумы. Будем смотреть. Вот, кстати, нанесла на руку. Опять чувствуется легкое покалывание. Наверное, он начал там проникать, чего-то делать. И, честно скажу, уважаю уже эту компанию. Потому что вот вроде бы он у меня в руке. Ребят, всего 3 дня, а уже столько всего хорошего мне сделал. Поэтому я прям хочу его пробовать дальше. Усиление, регенерация, омоложение кожи. Хочу попробовать его на шею, скорее всего, еще шею посмазывать, посмотреть, что будет. С шеей у меня проблемы. Шея с детства были глубокие кольца Венеры. И сейчас, когда шея поплыла уже к низу, чувствуется, что прям в первую очередь шея, старая шея кидается в глаза из-за того, что и так до этого были кольца Венеры. А у людей они только начинают появляться, а у меня эти кольца Венеры с детства. И как бы вот не очень хорошо. Далее заглянула в распродажу, заказала вот эту вот нежную зубную пасту. Она реально нежная, она реально классная, она мне нравится. Тут еще в составе идет лактат кальция, который восполняет дефицит кальция в процессе минерализации. Но кальций мне вообще не особо как бы нужен, скажу вам честно. Потому что я сейчас хожу в зубную и так далее. Зубов своих у меня уже маловато. Очень много зубов я потеряла после вторых родов. Но вот эта вот нежность, честно вам скажу, мне безумно нравится, что мне не щиплет язык. Меня вообще раздражает, когда щиплет язык. И вот эта вот зубная паста, она идет 2 в 1. Во-первых, она нежная, классная. Да, вот она такая вот нежная, классная, густая пасточка. А во-вторых, у нее приятный аромат, очень сильно мне нравится. Ни зелени, ничего. И в-третьих, вот эта вот крышечка, ну, никогда не потеряется. Это очень удобно. Дочка у меня эту зубную пасту старшая не взлюбила, потому что она не сильно мятная, потому что она не термоядерная. Ну, что делать? Мне зато она очень нравится. Я прям кайфую именно с этой зубной пасты. Не знаю, будет ли она еще в наличии, но вот эта вот нежная нежность меня, конечно, подкупила. Артикул 4101. Поэтому, кто любит нежнятину, пожалуйста, берите. Далее по купонам щелкнула. Он у меня есть 2 штуки, я еще щелкнула 3. Вот вы представляете, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Они идут для того, чтобы глаза были свежие, отдохнувшие. Там идут компоненты в составе, которые питают, увлажняют, предотвращают преждевременное появление морщин. И мы можем использовать их на протяжении целого месяца, 30 дней забота о молодости и красоте. Действительно, работают хорошо. Их тут 60 штук, как вы поняли. Можно клеить не только под глаза, но и около глаз, на лоб, межбровку. На шею можно клеить, нормально держится. Артикул 0946. Мне они понравились. Тут в составе идет экстракт икры, комплекс пептидов и гидролизированный коллаген. Действительно, очень понравились. Очень стоящие патчи. И я их прям полюбила. Заказываю из года в год уже, наверное. Далее мыло, устраняющее запахи, сладкий апельсин. Так, вот я не помню этот аромат, но заказала. О, кстати, очень вкусно. Очень вкусно, мне нравится. Артикул 302.04. Далее мыло для кухни, устраняющее запахи, лесная земляника. Тоже очень вкусный аромат. 302.13. Так, что у меня еще в коробочке есть? Это крем-мыло. Оно нежное, легкое и суперское. То есть вот так вот мы его открываем, поворачиваем. Ну, сейчас оно новенькое. Смотрите, оно густое, оно классное. Это у нас крем-мыло для рук, ароматный уход с персиком и молочными протеинами. Артикул 2872. Очень классная штука. Моет хорошо, мылит хорошо. Ну и плюс ко всему, ухаживает еще и за кожей, делая ее нежной и мягкой. Мне нравится. Так, средство для очищения ванны, эффект белизны. 302.21. Тоже взяла по купонам, по-моему, 5 штук. Стоя, но хлеба вообще не просит. У меня целый шкаф, где всякие штуки-дрюки стоят. От компании Faberlic и не только. Их там много всяких. Далее спрей для очищения стекол и зеркал с антистопотевающим эффектом. Артикул 3.00.48. Нравится тоже очень. Почему? Потому что, ну, во-первых, много лет им пользуюсь. Это единственное средство в компании Faberlic. И когда оно, допустим, заканчивается, покупаешь другое, то, конечно, есть сравнение, что это лучше. Да, вот чувствуется оно лучше, оно удобнее, пистолет качественнее, действительно антизапотевающий эффект есть, вот все прям здорово. Дальше не было в наличии моего любимого дезодоранта, но я его так люблю, он мне так нравится. Не знаю, может, компания Faberlic меня услышала и вернула мою любимку, но я прям с превеликим удовольствием им пользуюсь. Он идет обычный, шариковый такой. Много намажете, будет, наверное, какая-то белизна или не будет. Я что-то как-то не обращала внимания. У него
реально очень классный, изысканный аромат. Вот этого вот мяты какой-то, свежий такой мятный аромат. Очень вкусный, очень классный. 86-48, прям мой любимчик. Ну и, конечно, он у меня легко, прямо легко переживал даже двое суток в пути. Даже 50 с лишним часов из холода в жару. Я приезжала в номер вся сырая, вот, например, до этой же Шри-Ланки мы очень долго добирались, до Доминиканы тоже там 12 часов чартер, сначала до Москвы, потом из Москвы, это простое в аэропорте, это пока до самого места добрались, там тоже больше суток, всегда выдерживает вот этот крем, он очень крутой. Дальше у меня есть металлическая раковина, одна штука, и крем-паста для чистки металлических поверхностей, мне очень нравится. Что я делаю? Я намазала и ушла. Намазала потолще. Ну, я не экономлю. Можно чистить кольца, можно чистить ножи. В общем, все металлическое можно чистить. Миски можно чистить. Если миска сильно пригорела, то лучше накрыть пакетиком и подождать. 250 вот мылэ он идет. Далее, мой самый любимый гель для душа Пур-Тужур. Очень его люблю. Такой вот беленький, светленький, густой. Обожаю просто этот аромат. Всегда кайфую, вот прям кайфую, ребята, когда я им моюсь. Артикул 81-25. Вот та самая живица, которую мы Викуське по утрам тоже даем. Артикул 157-28. У Вики есть няня, у нас есть домработница. И, конечно, им мы тоже даем живицу. Обязательно, не все приходят, по 5 штучек с утра пьют, чтобы были здоровы. Мы заказываем живицу прямо на всех. В этот раз я ее взяла около 15 штук. Вы видели в обзоре номер один, у меня было 17 коробок. Там очень много было продукции. И я прям по БАДам, по нашим, очень внимательно к ним отношусь. И всегда заказываю много. 157-28, масло кедровое живица. По 5 штучек с утра можно пить взрослым. И 3 штучки мы даем Викусе утром. Так, далее. Но стресс. А я его сейчас пью на ночь. Очень нравится. 157-25. Классная такая штукенция. Догоняет здорово. Можно даже 2 выпить. Спокойно так спится. Хорошо умиротворенно. Особенно в наше время, когда не знаешь, чего вообще ожидать. Мне кажется, самое главное сохранять нервную систему. Нервную систему, потому что это жуть какая-то. Ждем, чтобы все было хорошо, надеемся, но все равно мы же нервничаем все с вами. Далее, с артикулом 160-50 у нас с вами есть такие вот полезные продукты. Кетчуп классический, без сахара, без крахмала, без ГМО. 35 калорий 100 грамм. Это не чай Family Club. Любимый муж кетчупа классического. И иногда мы на безглютеновой муке печем пиццу. Как раз таки с нашей шелухой по дороге с псилиумом, да, вот с этим псилиумом печем получается, ну так, нормально, сносно. Конечно, он отличается от обычного хлеба, но не сильно. И вот этот кетчуп используем для пиццы. Просто так шашлычный, честно, у нас его не полюбили особо, вообще не полюбили. Поэтому шашлычный, он немножко погрубее такой, 160-51 артикул, но, как вы видите, в пустышках он у меня регулярно. Дальше, ватные палочки. Очень нравится, что в них идет 100% натуральное происхождение текстуры. Тут их идет 200 штучек. Давайте же с вами откроем, посмотрим. Они идут полностью деревянные. Это абсолютно биоразлагаемый, экологически чистый продукт. Вот видите, как хорошо. Вот. Полностью деревянные палочки. Все деревянное. И, конечно, я очень люблю компанию Faberlic за то, что если уж она и делает, то она делает так, чтобы не навредить природе. И это просто шикарно. Поэтому, конечно, я сразу начала это брать, это покупать и рекомендую вам. Потому что кто, кроме нас, нашим внукам, правнукам и праправнукам, сдаст природу целости и сохранности? Только мы на это способны. Их же еще может даже и не существовать на этом свете. Вот у меня, например, внуков пока нету. Артикул 910-254. Материал идет бамбук и хлоп. Размер 10,5 на 9 на 4,5 и количество упаковочки 200 штук. Давайте делать мир чище, лучше. Дальше. Это открытие. Это крем. Он идет 0+. Бальзам для малыша и мамы. Он идет как многофункциональный бальзам с насыщенной текстурой, который питает, смягчает, устраняет сухость, способствует уменьшению покраснений и раздражений. Формула не содержит ничего лишнего, только самые необходимые безопасные ингредиенты. Он абсолютно, кстати, без запаха. Что хочется сказать, идет в такой вот классной коробочке. Упаковочка, по-моему, пластик. Кстати, пластик мы тоже сдаем по программе, поэтому все прям здорово. Он без красителей.
он без отдушек, он сводит риск аллергии к минимуму, он не содержит парабены, содержит сквалан как увлажняющий компонент, родственный нежной коже малыша для естественного применения. Вот такая классная штука, я его один раз попробовала и уже, ребят, влюбилась в него. Даже не хотелось убирать на 2 дня в обзор, не хотелось его наносить на все свое тело. 50 мл. У Викусики трескаются ручки зимой на постоянной основе. Такая вот крышка. Еще одна такая вот крышка. И из-за того, что они у нее трескаются, мы его попробуем. Смотрите, какой он густой. Он очень похож на Нивею. Консистенция, да, безумие приятная. Запаха абсолютно никакого нет. Этот кремушек я хочу еще... Видите, какой он плотный, класс. Я этот кремушек хочу еще отвезти маме попробовать. Закажу еще. Отвезу своей мамуле. Ей 75 лет. Ей хочется крем полностью без запахов. Я ей сколько кремов приносила, она все что-то доунюхивает. Вот этот 100% она не унюхает ничего. Ну, прямо нежная нежнятина. Мне очень понравилось. Спасибо компании Faberlic за такой шикарный продукт. Будем пользоваться с превеликим удовольствием. Будем пробовать. Я считаю, что это классно. Так, что у нас еще в коробочке? Феерик Эссенсуэль. Пор Тужур и Феерик Эссенсуэль. Я их взяла, по-моему, по 5 штук по купонам. Артикул 81.20. Тоже легкий, сладкий, пудровый такой нежный аромат. Это распродажа BSC. У меня ощущение создалось, что да, действительно, BSC выводит из ассортимента. Его все меньше и меньше. Даже под ногтями крем. Беру. Это крем для укрепления бюста, но я им мажу не бюст, а вообще после душа. Он, конечно, дороговат, но он действительно классно работает. Он не вкусно пахнет, но ничего страшного. Мне он все равно нравится. У него классная такая вот консистенция. Он такой молочного цвета, он не белый. Он классно наносится. Сначала вот белеет, разносится. Так, запах. Ну, такой еле уловимый, кисловато-грубый. И кожа после него не нравится. Хотя крем зима, мне кажется, ему не уступает. Вот, на мой взгляд. Но я ж люблю все разненькое, поэтому я и заказываю все разненькое. Мне вообще с компанией Faberlic повезло. Вот это не знаю, что я тыкнула, потому что он у меня есть еще такая штука. Это масло-баттер для кутикулы и ногтей. Артикул 77.13. Конечно, оно мне понравилось, но у меня есть масла, которые мне тоже нравятся. И много мне не нужно, вот захламляюсь. Да, кто там кричал, что у меня перебор с продукцией в комментариях. Все захламилось. Что оно делает? Это уникальная комбинация 100% натуральных масел, которые смягчат и кондиционируют кожу, увлажняют сухие лунки ногти, способствуют росту, предотвращают появление заусенец. Вот вы знаете, рост ногтей мне вообще лишнее, потому что я уже раз в 2 недели начала делать маникюр. Он вечно отрастает. Недавно вот это маникюр 3-дневной давности, я вижу, что уже, смотрите, как от кутикулы отъехал ноготь. Потому что я пью много витамин, я пью силу иммунитета. Я пью... Ой, что только не пью. В общем, я уже запуталась. Надо отдельное видео, потому что я пью, что не пью. Вот. И, конечно, ну, лишняя штука для меня, но он очень действенный, но он просто есть. Мне просто много не надо было. Далее осталась у меня одна масочка, вот эта вот Гардерика. Она идет 40+. Это драгоценная маска красоты в очень классной упаковке. Стеклянная. Крышечка такая, а упаковочка стеклянная. Это идет глиняная классная маска. Она очень густая. Ее хватает лично мне на 2 раза, если наносить на шею и декольте. Если наносить просто на лицо, то может хватить и на 3-4 раза. Но если наносить на зону и декольте, и шеи, и лица, то я могу ее целиком израсходовать. Потому что мне кажется, что у меня такое декольте большое. А совсем тонким слоем глиняные маски не наносятся. Артикул 0744. Это маска кокон, имеющая атласную текстуру крема. Да, действительно, благодаря комплексу уникальных ингредиентов и омолаживающих компонентов, она активизирует процесс регенерации, осветляет, придает коже тонус, усиливает микроциркуляцию. И в результате кожа мгновенно начинает выглядеть более свежей и молодой. Смягчаются линии, стираются следы усталости. Также она сужает поры, осветляет цвет лица, удаляет поверхностное загрязнение и обеспечивает эффект сияния кожи. Ну, действительно, все про нее. Прям действенная масочка. Артикул 0744. Прям рекомендую. Я в компании Faberlic начала свой путь 8 с лишним лет назад. И тогда я уже ее полюбила. И сейчас я ей пользуюсь, а мне уже 39. Сейчас она мне уже по возрасту получается. Далее, это кислородная пенящаяся маска. Она до такой степени классная, до такой степени прикольная, но конец маски все-таки приходится вручную чем-то какой-то кисточкой доставать, если честно. Пенится, шипит, лицо преображается вместе с ней. Такая хорошенькая она. Вы ее когда наносите... Так, давайте попробуем.
Она новая, поэтому долго. Потом ее надо будет понемножку так вот доставать, а пока вот видите, долго. А вот все пошло. Такая вот она масочка. Наносится очень-очень комфортно. Вы ее нанесли таким не толстым слоем на лицо. И смотрите, какой будет классный клевый эффект. Она начинает пениться, пузыриться и работать на лице. Лицо немножечко покалывает. Видите, пошел результат. Шипит немножко, да? Видите, все больше и больше. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, начала. Начала становиться быть пушистиком. Артикул 0857. Что она делает? Идет с мгновенным эффектом устранения следов усталости. Также убирает излишний блеск, очищает кожу. Идеально перед большим мероприятием или нанесением макияжа. Маска начинает пузыриться и вспениваться при нанесении на кожу. Навафтему 2 обеспечивает глубокое проникновение кислорода в кожу. Видите, как запушистила. Вот такая вот классная масочка. Так, дальше побежим. Дезодорант для интимной гигиены. Очень нравится. Артикул 1628. Это такой, как вам сказать, это спрей. Такой вот спрей обычный. И он просто матирует, убирает, освежает. В общем, все что угодно делает. Классная штука. Сколько лет в компании, столько он и существует. Он, скорее всего, очень востребован, потому что его не убирают с производства. И он всегда есть. Далее, наверное, последний уже заказываю защитный восстанавливающий бальзам для зимы в этом году. Защитный бальзам для губ. С очень, кстати, красивым таким классным оформлением. Что снаружи, что изнутри. Артикул 4740 у защитного. Смотрите, какой хорошенький. Вот такой вот классный. 0740. Это первый защитный. А это уже, когда мы дома находимся, это восстанавливающий крем-бальзам для губ. Артикул 4741. Он тоже такой хорошенький, красивенький. Вика у меня и к нему уже привыкла. Она его любит. Видите, такой с ушками, мордашка. Она может снять крышки и играть в них, в эти крышки, на руки надевать, баловаться. Типа пальчиковый театр. Тоже такая вот. Такая вот хорошенькая мягкая помада гигиеническая. Помогает здорово, что у нас у всех прошли морозы, сильнейшие морозы. У нас у всех в наших панельных домах начали сохнуть руки, губы и так далее. Так, гель для душа 24-32, тропический релакс, очень мне нравится. И он, знаете, он такой оригинальный вообще, такой прикольный. Давайте я его вам налью. Видите, он какой? Ну, сейчас начал растекаться, он реально как гель. Он реально как гель получает. У него нежный такой легкий, еле уловимый аромат. Далее, это у нас идет активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Скоро ко мне придет массажист, Викусе придет массажист. И вот 12.38 я ей выдам. Я его взяла 10 штучек, вот пусть мне все тело массажирует. Ну, понятно, что кроме груди. Так, салфетки 0+. Это влажная туалетная бумага. Они подходят как салфетки, тоже очень хорошо. Они, наоборот, биоразлагаемые. И мы их очень часто используем чисто как салфетки. Там ручки протереть, там с личика что-то снять. И причем она смывается, она биоразлагаемая. И, ну, меньше вреда, опять-таки, природе. Поэтому артикул 30-400. Он не только деликатно очищает, он не только гипоаллерген, но его можно смывать в унитаз, его прямое, да, предназначение. Легко утилизируется в стоке. Дальше биоразлагаемая, компостируемая. Идеально для дома, в поездках, командировках, на даче, в общем, везде. В состав тут идет нетканный материал, вискоза и целлюлоза. И пропитывающий лосьон. Все, тут больше ничего нет. Поэтому с превеликим удовольствием пользуемся. У нас он и в туалете лежит, и везде. Достается удобно. Если ее натянуть, ее также, конечно же, можно порвать. Но на то оно и биоразлагаемо. Если сильно не натягивать, в принципе, особого такого, знаете, бережного какого-то ухода оно не требует. Очень хорошо смывает, пропитана, можно сказать, золотая середина. От нее не капает, но довольно-таки сильно влажная. И мы даже этими тряпочками в поезде, этими волшебными тряпочками, мы можем протереть все, что угодно. Пол, например, в поезде. Всю обувь можем помыть, туалет с ними ходим. В общем, здорово. Мне нравится. Ну и мыло, устраняющее запахи. Заказала кучу по одном штучке. Весенние цветы 302-16. Мыло для кухни, устраняющее запахи 30-200. Это у нас идет аромаконтроль. Цветочно-цитрусовый микс. Так, это у нас экзотические фрукты 302-15. Очень любит у меня это мыло. И, кстати,
У меня, по-моему, 8 штук из этого заказали. Надо посмотреть в списке. Артикул. Так, 300 мл они все идут. 302, 12. Идет зеленый чай. Самый мой, наверное, любимый аромат. Ну, а это крем-мыло миндальное. Я вам показывала одно крем-мыло. Это второе крем-мыло. 28,73. То есть вот это мыло, устраняющее запахи, у нас стоит только на кухне. Мы его не даем пользоваться Викуське. Викуська у нас пользуется только детским мылом или вот этим вот увлажняющим, потому что ручки у нее постоянно сохнут. И мы начали замечать, что вот это мыло, ну тут написано, что он не сушит кожу, он сушит кожу рук. Мою кожу рук он сушит, которая устраняет запахи, причем все сушат. Поэтому от Викуси мы его стараемся убирать подальше, чтобы ей неудобно было его брать, а и чтобы она пользовалась детским. Ну что ж, первая коробочка ушла, еще осталось 4.